Рубин продолжает подготовку к предстоящему сезону. Тренерский штаб вновь выбрал спарринг-партнеры неуступчивых немцев. Айнтрахт прибыл на поединок на своем фирменном автобусе, а вслед за ним приехала добрая сотня болельщиков клуба. Перед встречей, как и полагается немцам, поклонники Айнтрахта разогревались пивом и сосисками. Игра началась достаточно живо. Уже на первых минутах желто-синие могли открыть счет. Но нашей команде повезло, и снаряд прошел выше перекладины. Следующий момент возник уже у чужих ворот. Карлос Эдуардо ворвался в свободную зону и хлестко пробил с левой ноги. Мяч просвистел рядом со штангой. В середине первого отрезка игры Айнтрахт завладел инициативой и смог превратить этот перевес в забитый мяч. Партнеры вывели 1-1 Юлиуса Деккера, и тот в касание отправил снаряд в сетку наших ворот. Сразу после пропущенного гола казанцы активизировались и начали более активно действовать на чужой половине поля. Хорошо взаимодействующие между собой Гёк-Денис Караденис и Карлос Эдуардо сообразили отличный момент. На ударной позиции оказался турок, но голкипер в невероятном броске парировал удар, а Шарипову немного не повезло на добивании. На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу гостей из Брауншвейга. Ренат Белялединов использовал с толком паузу в игре, и на вторую 45-минутку вышли Дидюн, Камболов и Портнягин. С появлением последнего атака казанцев начала смотреться более мобильно. Портнягин хорошо действовал в подыгрыше и в итоге стал автором забитого мяча. После мощного удара Дидюна седьмой номер Рубина сработал на добивании и вогнал мяч в сетку ворот немецкого клуба. После того, как красно-зеленые сравняли счет, Ренат Белялединов дает отдохнуть лидерам и выпускает Мулина, отставного, только набирающего свои кондиции Магомеда Аздоева и находящегося на просмотре Брауна Форбса. Немцы берут узды правления игрой в свои ноги и начинают форсировать темп. К 78-й минуте это дает свои плоды. После сольного прохода по флангу игрок немецкого клуба делает выверенный прострел, и его партнер выводит свою команду вперед. После пропущенного гола команда в зеленых майках побежала вперед. В одном из моментов Портнягин вышел на рандеву с голкипером, но переиграть надежного Рафала Гикевича не смог. Далее на чужие ворота выбегал Камиль Мулин, но в последний момент его свалил защитник. Штрафной взялся бить Кисляк, но удар вышел неточным. Концовку матча Рубин провел, осаждая ворота соперника. Айнтрахт воспользовался своим единственным моментом на последних минутах матча и продемонстрировал настоящий мастер-класс реализации моментов. 22-й номер Салим Хелифи лихо ушел от Камболова и ударил в дальний угол ворот Сергея Рыжикова, установив тем самым окончательный счет в матче – 3-1. Грубейшие ошибки. К первому голе, втором, знаете, сразу нас наказывают. Кстати, это неплохо. Это сразу встряхивает людей, которые еще пребывают в таком состоянии, еще не чемпионатом. Сборы сборами, да, нагрузки, да, где-то какая-то мысль бродит, что это мы там тренировочные, мы такие под нагрузками. Нет, нет, это такие вот ошибки, наказуемые сразу, они, я надеюсь, что они принесут пользу.